Всем привет! Чтобы вас не обманули мошенники, вам необходимо зайти в Сбербанк онлайн. В верхнем левом углу видим круглое окошечко с фотографией, нажимаем на него. Пролистываем вниз, находим тарифы и лимиты, напротив нажимаем кнопку «Все». Нажимаем лимиты и ограничения, внизу выскакивает карта. Выбираем нужную карту. Видим строку «Покупки в интернете», заходим туда и снимаем задачу «Покупки в интернете без подтверждения СМС». Теперь ваши деньги без вашего разрешения никто не снимет.